Здорово. Все мы знаем, что Epic Games Store напрямую никак не поддерживает геймпад или любые другие контроллеры. Но есть решение, как запустить любую игру из Эпика с поддержкой геймпада или всякой подобной поебатьни. Хоть ты, блядь, Fortnite на руле, гоняй, всем похуй. Для этого нам нужен Epic Games Store, соответственно, любая игра из него и Steam. Для начала заходим в Steam. Здесь у нас есть настроечки, находим настройки, пункт контроллер. Подключаешь свой геймпад, ну у меня геймпад, на примере его расскажу. Заходишь в основные настройки. Он вот здесь у тебя должен отображаться, если этого не произошло, тогда установи драйвера. Просто загугли свою модель и драйвера скачай, все. Здесь советую поставить все галочки, чтобы максимальная совместимость была и никаких проблем впоследствии время игры ты не испытывал. Вот, если тебе нужно, можешь настроить раскладку, всю хуйню. Если что-то не так, там у тебя стик, допустим, не так крутится, еще хуевая мертвая зона, калибровать нажимаешь, все у тебя превосходно. Закрываем, сохраняем вот это вот все. Далее, добавить игру нажимаем, добавить стороннюю игру. Если у тебя здесь нет эпика, обзор, ищешь эпик. У меня он вот здесь, допустим, находится. Вот проходишь по вот этому вот пути. Epic Games Launcher. Открыть нажимаешь. Он у меня уже есть. Вот нажимаешь открыть. Он у тебя вот сюда вот добавляется. Вот он, соответственно. И далее ты просто нажимаешь играть. У тебя включается Epic сам. И уже из Epic ты можешь запускать любую игру. Ты спросишь, в чем прикол? В Steam есть поддержка контроллера. Он у тебя там настроен, а так как ты запускаешь из Steam Epic, то значит у тебя поддержка, оверлей точнее Steam, он работает у тебя уже и на Epic, и последующая программа, которую ты запустишь отсюда. Вот видишь, Epic Games Launcher запущена. У тебя вот этот статус будет постоянно. То есть я могу сейчас зайти, допустим, в DBD, и даже с учетом этого ебаного античита у меня все будет прекрасно работать с геймпадом. Все будет охуительно. Вот так. Если я тебе помог, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши в комменты. И пока, пу!